Всем привет, ребята. Привет всем странникам, ищущим удачи, да, в надежде выпить сочный там скин, какой-то сочный дроп отсюда вытащить. Вот, в общем, продолжаем наш марафон по ширпа кейсам. Сегодня у нас 23-й, по-моему, уже выпуск, да, то есть еще чуть-чуть и будет 30-й, будем заканчивать. Что сегодня будем делать? Ну, как обычно, на баланс закинул я уже денежку, 250 рублей с промокодом на 40%, то есть меня там постоянно парень один снабжает, то есть тебе огромное спасибо за это, что промики подгоняешь, да, то есть, ну и в принципе тебе там с этого тоже какой-то профит там, вот. А есть у нас колесо, сейчас крутанем колесо, посмотрим там, что. Подожди, что ты мне пишешь, блядь, какой-то бонус у меня есть? А, подожди, у меня же там какой-то бонус есть. Давай-ка посмотрим, какой у меня там бонус есть. Так, что ты, я получил 500 рублей, закинул, так, да, или нет? Доступно при минимальном пополнении 250 рублей, пополнение, дроп можно использовать только ты. Так, я что-то это, апгрейд какой-то сраный. Ну, я все получил, и что? Так, получил, да? Ну, все, тогда крутим колесо. 250 закинула, получил. Давай, посмотрим. Апгрейд. Так я нихуя не понял, что там за апгрейд. Ах, ну тут косарь закидывает стопудово, да? Ну что, ну стопудово, косарь там, да, ну давай получим. Вот, кому, ребята, интересно, кому интересно, то есть я открываю этот бонус, да, то есть промокод показываю. Вот он, этот промокод, то есть на 500 рублей от косаря пополнения. Я не знаю, они у других действуют, людей, либо не действуют, не могу сказать. Ну, кому надо, то есть вот берите его, активируйте, мне не жалко. Вот, я же там уже показывал, давайте я еще раз покажу. На 2500 промокод, вот он. Такой вот там, да, на 5000 есть промокод, хер его знает, как кто-то может будет закидывать там по крупнику играть, то есть почему нет. Вот еще такой есть, да, то есть и на 2500 есть еще вот такой вот промокод, то есть это то, что я не использовал. Кому надо, пожалуйста, пользуйтесь. Все, вот, ребята, вот, пользуйтесь. Ну а мы начинаем. Так, разомнемся мы сперва на фрикейсах, давай посмотрим, интересно, на камеру выдаст что-то сочное или опять там опять пурги какой-нибудь, ну, типа ножа, да, вот, например, ну, хер-то там, нож там плавал, там алоха, алоха для лоха за 7 рублей, ну, не, нахер она такая мне не нужна, да, поэтому мы тебя продаем. Ну, что, давай, валентность, ну, я уж поверил, что тычковые выпадут, валентность, за 60... о, ну, это как раз на это, и давай еще открываем, и давай открываем еще, валентность за 69, то есть сейчас у меня, что, гроза или валентность? Гроза, да? Ну, 100, блядь, гроза за рубль. А, я рад. Как я рад, да, что выпала гроза за 1 рубль. Что, здесь нету? Может, повезет? Нет, нихуя там нету. Ну, окей, давай. Ну-ка, в контракты. У меня 10 штук набирается. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Че мы, блядь, сейчас сразу с контрактов начнем или потом размяться, посмотреть? Ну, тут, в принципе, нету ни одного скина там, который мне вообще был бы каким-то образом интересен. Давай, короче, нахуй, сразу залетим в контракты. 10 штук пиндорим. Смотри, контракт получился у нас на полторушку. Ну, то есть, либо сейчас скин за 390. У меня есть тут какой-нибудь скин за 390 хотя бы. Ну, вот аук за 397 там, да. То есть, либо что-то выпадет опять, как вот это вот говно, либо что-то выпадет сочное. Мы сейчас закидывали полтора косаря, то есть 1560 закинули в контракт. И давай, то есть, посмотрим. Посмотрим, буква Х. Ну, что там, сука, пальчики крестиком там, да, ноги в дугу. Хуй его знает, что там, давай. 556, хуй, залупа какая-то выпала, короче, полная за нахуй. А иди ты нахер, короче. Ну, за 556 там, да, хотя бы скин. Все, короче, погнали. Погнали. Давай, где ты тут? Ширпокейс. Что-то на контрактах вообще не фартит, не прет, сука. Может, надеюсь, к 30-му там что-нибудь соберем. Короче, будем открывать по 10, открывать обычно. А, вроде, в принципе, и не сильно быстро получается в этом случае, и не сильно долго. Посмотрим, как будет сегодня там, да? То есть, посмотрим, как будет сегодня. То есть, маленечко, то есть, вот так вот даже сделаем, чтобы их там... Что тут у нас? А, по 71 там, да? Ну, шляпа, шляпа полная, то есть, ничего путнего нету. Давай все продаем. Давай еще разок. Чтобы вот так. Раз, два, три, четыре. Ну, хотя бы 5 показывает. Хотя бы 5 мы видим там, да? То есть, как ножи мимо нас пролетают, мы видим хотя бы... 5 этих, как пи, 39.50, вот какой-то, о, смотри, два скина, то есть приличных выпало, да, то есть два скина выпало на 242 рубля, смотри-ка, бляха-муха, что ты хочешь, сука, мне теперь сейчас извиниться передо мной хочешь за то, что ты меня там опять в очередной раз побрил с контрактами, что ли, блядь, да ты мне уже заебался своими извинениями, понял, ты мне лучше что-нибудь на контракте выдай нормальное, то там единственный какой-то сочный скин был, это когда он мне там
бабу этого контртеррориста выдал, спецназовку. Вообще, вот это был какой-то там сочный скин там, да, и все. Ну, там что со 100, 140 рублей было у меня в апгрейде, в контракте, и он мне бабу выдал. То есть вот это было единственное, то есть нормальный какой-то. А остальное, по-моему, там всякий шлак, всякое говно, короче, сыпется. Ну вот, еще что-то за 44 рубля отдал. Так, ну мне в любом случае надо подкопить. Так, ну мне, по крайней мере, надо будет подкопить скинов, чтобы мы могли запендюрить на 30-й выпуск хотя бы несколько контрактов. В идеале, конечно, штуки 3. Ну, как у сайта будет на это, как сайт на это будет, конечно, смотреть, как он на это будет смотреть. Ну давай, денежка крутится, кому-то береты какие-то двойные с апгрейда выпало. Оп, наапгрейдил кто-то 49. Ну тут тоже ни хера путнего, да? Давай, открываем. Пока что два скина только выпало. Два скина выпало, которые условиям соответствуют моим. 23-й выпуск ножами и не пахнет. Ножами и не пахнет. Он тоже кому-то, кто там это, спецназовец какой-то выпал, тоже на контракте. О, давай, ну вот что ты, остановись ты, ёпта, чё ты? Ну что ты такой, короче, это... Не знаю, в общем, вчерашний выпуск мне рекорд так и не удалось поставить. Я думал, в принципе, поставить смог рекорд, открывая по 2, по-моему, я быстро там открывал, да? То есть, ну, не удалось. 9 минут с лишним длился ролик. Ну, не знаю, может, потому что я там до хера говорил. Вот, ну, а чё? Ну, сука, я-то думал, тут какой-то скин, а ты опять, блин, вон 39,50. Что вы, блядь, 51 копейку больше, и все, жизнь наладится. Что ты жмешься то там, блин? 39,50 цены, сука, как в аптеке. Ну тут вообще никак. Давай. Улыбнись. Улыбайся что-нибудь там. Ху. Так, что тут тоже где-нибудь опять 39,50 какой-нибудь, да, там? Не, 53. Ну, 53 это нормально там, да? То есть вот это мы все продаем, продаем, продаем. Продаем, продаем. Что это? Пиксельная эмочка, пиксельный камуфляж. Ух, с тобой пиксельный, так пиксельный. Я не буду с тобой спорить, какой-то там камуфляж мне вообще до хера, до пизды. Камуфляж, смертоносный зверь. Так, P90. P90, что ты тут? 118 рублей, значит P90 какой-то нормальный должен быть там, да? Ну, а, вот этот, шляпа, это шляпа, шляпа. Это продаем, это продаем, это оставляем. Слушай, он, блядь, то смотри, нихуя, то не то, то один даст за всю эту прокрутку. Скин какой-то от 40, да, то тут уже какой-то четвертый, да, по-моему, падает. Сейчас еще нож мне выпадет, и я вообще прям в нирвану уйду. Я уйду в нирвану. Тут, по-моему, ничего путнего, да, то есть ничего путнего. Давай, продаем, начинаем. В эйфорию. Не, ну это, конечно, будет круто, если сейчас выпадет. Ну тут опять P90 модуль. P90 56 рублей. Дотянул, не дотянул. Хуй-то там, как ты там дотянул. 39,50 стабильно. 39,50. Что? Как цены эти формируются? 39,50 там, да? Сука, ребята, я поверил. Я вот сейчас реально поверил, что сейчас мне все эти ножи, то есть, выпадут мне. Я прям это. Ну, слышите, да, что я замолчал? То есть я прям реально, то есть поверил, что сейчас до этих ножей он дотянет. Ну тут-то хер, тут он только вот так вот может на вот эту херню протянуть, но дотянуть он не может. Так, 58. Ну, как бы сливает, но не так как агрессивно. А, ну у меня там на одну прокрутку осталось. А. Ну сейчас с этим что-то и еще одна прокрутка и все там, да? И все. Ну сегодня, наверное, реко 20. Ну тут борода. Ну, на 2, значит, это ж по 160. Ой, по 60, и там 120, значит, в итоге на 2 прокрутки будет. Что-то медленно он как-то крутит. Ну, тут юспик там, да. Ну, до этого-то он не дотянет стопудово. А вот юспик какой-то там. 116 тоже что-то значит приличное. Тут, ну-ка, сколько? 56. АП-модуль 56 там, да. А вот юспик залупа полная. А, юспик говнище. Не, ну так-то, в принципе, что ты жалуешься? Скин такой, там, ну, там, за 500 рублей. Ну, хули, да, ага, полтора косаря на 500 рублей поменял и радуйся такой сиди.
Да, ну, минус косарь, короче, и ты такой довольный. Ну, а в принципе, мне нахер эти. И причем у меня, по-моему, Фобос даже есть. По-моему, у меня Фобос даже есть, поэтому что там? Так, что еще, что ли, даже хватает? Охренеть. 77, 77 на балансе было. Вот, ну, сейчас, сука, стопудово нож должен выпасть. 4 семерки на балансе. Это просто должен выпасть нож. Вот все. Вот ты сайт вообще не дружишь, сука, с цифрами, что ли? Там, блядь, по всем показателям мне ножик должен был выпасть. На балансе прям 4 семерки было. Оп, ну тут модуль. Давай, что ты тут? Чем порадуешь? 62, ну-ка. Опять за 39,90. 39,50. Нихуя не меняется. 39,50. Давай, продаем. Погнали. То есть, типа, не хочет отпускать. Ну вот уже сколько там, видос идет. 10-я минута, пошла видео. Все, это ты меня слил. Ты меня слил, да? Нет, еще не слил. Так, что, 4, 3. А, вот хватает на 5. Давай. На 5 хватает, на 6 нет. Давай, смотрим. Слил, но не сильно слил. Активно. Но. Ну тут хер. Хер на нос там. Или в нос там. Куда-то, в общем, хер. Давай, 2 осталось. 59 минут. Ну, 10. Ну, похоже это. Но это тоже нихуя не рекорд. Рекорд у нас, по-моему, там 5-минутное какое-то видео было. 5-минутное видео было. Так, слили. Ну и все. На этом заканчиваем. Так, посмотрим, что мы там. Фобос этот, ну тут. Ага. Камуфляж город. Нет, что-то еще на 3 хватит. Нет, вот так вот. Камуфляж город. Видал? Ну, как бы. Ну, нет, слушайте, ну я-то это. Я уже настроился, что полностью меня слило в ноль. А он еще меня, падла, держит, не отпускает. Вцепился, сука, в меня. Еще что-то мне там пытается там возвращать там. А что-то я же уже. Ты меня сразу закинул на контракте. Я уже все огурчился. Все, теперь больше ничего. Давайте посмотрим, что сегодня у нас. Охуеть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А это что за? Вот это что за? А, это, подожди, это, по-моему, хуйту в апгрейд можно закинуть, да? Ну-ка давай сейчас что? Посмотрим. Апгрейды для апгрейда. Ты же вот это только для апгрейда мне, по-моему, это можешь дать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. И 7 скинов еще остается. Апгрейд. Ну давай мы тебе что? Ба, но мама. На полтинник. Да ну нахуй на полтинник. Давай мы сейчас вот это вот. За 2 сотки заебеним что-нибудь там, да? Фамас, шамамас. Мертвые головы. Давай вот мы на шансе 9,3. То есть стопудово хер зайдет. Ну, тут я хоть и так понимаю, что не зайдет, поэтому что тут огорчаться там, да? Ух, было близко, падла. Вот он любит троллить в этом плане. То есть вот, ну вот эти скины получаются. Давай. Доступные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть скинов мы выбили. То есть вот смотри, вот по сколько мы там, получается, выбили, да? То есть 60, 82, это сколько, блядь, 140, еще 40, 180, еще 53, 230, смотри, 270, 200, ой, 270, уже 300 с лишним. То есть на 300 рублей, на 350 примерно выбили скинов. То есть 250 я закинул, он вон надавал, то есть на 350 рублей скинов. Плюс еще эта хуйня, минус косарь, но на 556 там выпало там, да, то есть. Вот, ну, самое интересное, что у меня есть такая, это, скин. То есть, ну, вот, не знаю, выводить его, не выводить. Я еще зайду в игрушку, посмотрю, часто им не пользуюсь, есть такой, либо нет. Если нет, то нахуй он пойдет в этот, в следующий контракт полетит у меня. А эти будем тоже контрактить. Вот, сейчас я, в общем, буду копить скины для контрактов, которые мы будем делать на 30-м выпуске, там юбилейный, праздничный, да, то есть, ну, так как рекорд я не поставил, маленечко можно подольше побазарить. В общем, ребята, на сегодня это все. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, пишите ваши комментарии, кидайте ваши промики. То есть еще сколько? 23. Еще 7 выпусков по изи дропу я буду делать. Поэтому кому там надо помочь с пополнением там добить 40%, давайте. Не теряйтесь. То есть пока что еще время есть. Все, ребят, на сегодня все. Всем пока. До новых встреч.